Вроде она олимпик атлет. А еще у нас Анатолий Владимирович. Датсюк Павел Валерьевич, олимпийский чемпион по хоккею. Вы не поверите, как я люблю выступать, конечно. Мы достойно защитили честь нашей страны благодаря русскому характеру, поддержке и вере нашей великой и огромной России. Спасибо за вашу помощь, что дали доказать всему миру, что наш русский характер не сломлен и не будет никогда сломлен. У нас многое получилось. Одна из основных задач наша была – это вернуть наш флаг и гимн. И пару часов назад нам сказали, что Олимпийский комитет России восстановили в правах. И теперь наши будущие олимпийцы, летних, зимних видов спорта могут выступать под своим флагом, слушать свой гимн после победы. Спасибо большое всем.